Знаете, сейчас в Украине все настолько политизировано, что о политике говорят на всех телеканалах. Да, и даже на телеканале Discovery по-прежнему. Да. Итак, не случайно мы хотим представить вашему вниманию выпуск политических новостей на телеканале Discovery. Внимание на экраны. Прошел очередной виток подорожания продуктов. Представьте, обычный украинец видит новые цены в супермаркете. Нормальная реакция. Да. У каждого должен быть свой домашний любимец. Найдена собака Арсения Яценюка. Наконец-то. Юля! Юля! Похоже. Да. Да. Продолжим политическое дискавери. Игоря Мосинчука поместили в одиночную камеру. Грустно. Тесно. Понял. Вот вы смеетесь, а где-то в Ростове Виктор Янукович очень скучает по Украине. Весна опять пришла. Да я вчера глядел. Я живой. Да. Ну, а Виталий Кличко заявил, что в Киеве воду из-под крана пить нельзя. Ну, по крайней мере, у него не получается. Что тут скажешь, голова? Голова мешает, да. Есть немножко. Ну и напоследок немного политической рекламы. Голосуй вдумчиво. Ну а как иначе? Смотрите Discovery и не забывайте улыбаться. Поехали дальше.